Господи, благослови Бриджит, Патрика, Бернадетту, Мари, Кэти и, конечно, Эндрю, и еще Уилбура. Уилбура нельзя. И вообще всех лошадок. Да. И маму. Аминь. Лошади готовы к старту. Вся нация с замиранием сердца ждет начала скачек. Слишком вяло, скачи быстрее. Пап, я готова, я хочу участвовать в соревнованиях. Я хочу стать лучшей. Здрасте, меня зовут Мишель Пейн, я новый жокей к вашим услугам. Если понадоблюсь, я на ипподроме. Мне кажется, менеджер ей не помешает. Женщина-жокей. Тихо. Глянь-ка, Берди, кто это там на твоей лошади? Какие планы после скачек? Буду отмечать. И победа достается Мишель Пейн! С места и в карьер! Девчонки, не видать победы в кубке. Отвали! Отправляйся на кухню! Я теряю веру, отец. А что будет, если ты умрешь? Я должна вернуться в седло. Любая травма может стать смертельной. Когда я смогу снова начать тренировки? Женщине тут делать нечего. Тебе не хватит сил. Ты привык полагаться только на силу. Это не главное, чтобы ты знал. Как думаешь, я смогу? На это лошадь точно сможет. Заезд вот-вот начнется. На ипподроме царит волнение. Ты победишь только если сама в это поверишь. В погоне за ветром.